Давайте и первый вопрос, вернее, даже сначала не вопрос, а поздравление. У вас сегодня день рождения, хотелось бы от рок-портала «Эквилибриум» пожелать всего самого замечательного вам и, соответственно, сил, вдохновения на то, чтобы хватало их на новые творческие завершения. Вопрос первый. Скажите, пожалуйста, вот вы сегодня, как я уже сказала, празднуете день рождения здесь вместе с клубом «16 тонн». Вам здесь приятнее праздновать день рождения, чем, допустим, в кругу близких друзей? Нет, ну здесь и есть круг близких друзей. И вообще клуб «16 тонн» — это тоже наш близкий друг, давний партнер. Конечно, есть вещи, которые не нравятся, но это издержки публичности. Например, музыка ужасная. Спасибо. Следующий вопрос. Завтра вы официально, можно сказать, будете праздновать в главклубе. Какие гости будут присутствовать на концерте и почему именно их вы решили пригласить? Ну, на сцене будут присутствовать мои давние друзья, помощники, боевые товарищи Андрей Рыжик, Михаил Житких и Антон Матейджос. Это самые близкие люди, которые есть у меня на сегодняшний день. Спасибо. Следующий вопрос. Ваша нашумевшая постановка под названием «Игры в Тома Уэйтса». Будет ли постановка данная иметь некое продолжение? Может быть, вы сейчас вдохновляетесь какими-то книгами, может быть, иностранными или русскими исполнителями? Какая постановка? Постановка «Игры в Тома Уэйтса». Это наша старая программа, мы ее постоянно обновляем, совершенствуем, разнообразим, и глубина игр, скажем так, увеличивается. И, ну, эта программа есть и в ближайшее время будет. У вас недавно вышел альбом «Парижский сезон», он вышел на виниле ограниченным тиражом. Это сделано специально для того, чтобы поклонники почувствовали некий такой вкус виниловой пластинки, если так можно сказать. Или просто выпускать винил большими партиями — это достаточно накладно? Мне кажется, что эта идея была не наша, и это просто дань моде. А сами вообще любите винил как таковой? Ну, в принципе, да, но тесного контакта пока не удается наладить. Хорошо. Следующий вопрос. Я думаю, что на сегодня последний. У вас скоро должен выйти клип. Собственно, вы дали объявление о том, что ищете девушку, да, на роль определенную в этом клипе. Это будут съемки именно на песню «Пробитая шина» или какой-то другой клип еще параллельно снимается? Ну, мы снимем, раз мы выписываем девушку, мы снимем сразу много материала. Я думаю, что его хватит на 5-6 клипов. Так, нет, есть еще вопросы. Это я еще есть еще пару вопросов. Продолжение разговора о клипах. Они, в принципе, уже давно утратили некое значение для пиара группы, учитывая то, что снизилась популярность различных музыкальных каналов. Вы клипы делаете для себя, для визуализации своего творчества. Может быть, это определенная такая вот дань, да, или для поклонников? Мне кажется, что и для себя, и для визуализации песен. Ну и поклонникам так тоже интереснее, потому что сейчас музыку больше смотрят, нежели слушают. И часто клип бывает тем пусковым моментом, который запускает восприятие песни. Мне это не очень нравится, но я думаю, что у песен может быть и имеет право быть такое визуальное расширение, как видеоклип. Что-то такое абстрактное, неконкретное, легкое. Готовится сейчас к выходу сразу 3 альбома. И, конечно, логичен вопрос, как у вас вообще хватает сил, времени на то, чтобы реализовываться фактически в разных ипостасях. Вы признаетесь, что некоторые альбомы будут совершенно разные по музыкальной составляющей? Ну, просто по мере возникновения идей хочется их реализовать. И мы, конечно, никуда не гонимся. У нас нет никаких обязательств,
Мы работаем в своем режиме, как получится, так и хорошо. Большое спасибо, группа Billy's Band, специально для рок-портала Equilibrium.